В Иркутске определился победитель Кубка губернатора Приангарья по хоккею с мячом среди любительских команд. За титул боролись Иркутский политех и Юность регион. Победу одержали номинальные хозяева. Серебряным призером стала команда Юность регион. Бронзовые медали завоевали ветераны Байкал Энергии. К слову, турнир проводится уже в 17-й раз. В этом году в Кубке принимали участие 24 команды, представляющие не только нашу область, но и Красноярский и Забайкальский края, а также Республику Бурятия.